На каком вы этаже здесь находились? На самом верхнем. Давайте тогда вниз спустимся и уже на улице продемонстрируете нам. Получается, я достаю нож, пытаюсь попасть по Никите. Но в итоге попадаю в Вадима. Сколько вы таких движений сделали ножом? Ну, примерно от 3 до 4. Ну и какие, еще раз продемонстрируйте, движения были вами сделаны? И что для этого делал Никита, чтобы вы по нему не попали? Никита отошел назад, ну, то есть отклонился. И в это время подлез Вадим как раз. Он какие-то движения к вам делал? Ну, он пытался просто подлететь, а в это время я удар наносил. Куда удал? Удар? Ну, в основном сюда куда-то. Ну, куда ножом попали? Ну, я это точно вот этот момент это хорошо не помню.